Но это не точно. Добрый день, господа подписчики и зрители. Вот мы на второй день приехали в Рыбацкую, переночевали. Сейчас пойдем ловить рыбку. Пешочком до речки метров 200. Колян, всем привет. Вот здесь. Потом мы ее приготовим разными способами. Здесь на березах бывает с утра рябчики сидят. Вот лисы ходили. Речка талая. Ну вот мы подошли к Сосненскому Йогану. Это граница Томской области и Тюменской. На той стороне уже считается Тюменская территория. Меня угодья охотничьи граничат тюменскими. Вон там следов много. Лисы здесь ходят, рыбку ловят. Вот небольшая речушка. Сейчас придем на место, где ставим сеть. Вот лисы ходили. Речка талая. На улице минус 8 градусов. Пока еще кислорода рыбе хватает. Ну вот, господа, мы на реке. Вот место у нас. Шнур тут под льдом продет. Будем начинать рыбалку. Лопаты здесь нету? Готовы? Да, там. Шнур продет понизу и поверху, чтобы одному можно было сеть запускать и проверять. Не передал деревья. Сантиметрах проталины, а здесь сантиметров 30 уже лед в омуте. Но нынче нас погода балует. Теплом своим. Берешься.
взять, да? Да. Скорее всего, конечно, не этот, но... Пойдем вообще. Че он? Просто кусок? А, вот он. Здесь. Вот я тоже. А этот через кусок. Вот, додолбились до воды. Еще немного и вторая ничего. Умочка небольшая, просто чтобы вытащить тычку и там отвязать веревку, которой ко дну и притягивает тычка в натяг, чтобы не примерзла ко льду. Немного еще работы и начнем ставить сеть. Ну вот, прошло 10 минут. Как бы это самое. Надо вытаскивать. Если рыба есть, она есть. Но всегда помаленечку ловилась. На жареху всегда хватало. Давайте посмотрим. Чуточек добыли. Уже голодные не останемся. Сеть сильно большая, с тенью на ночь мы не оставляем ее. А то она может примерзнуть. Специальную сеть не делал для этого, чтобы оставлять надолго. Если рыба есть, то она показывается сразу. О! Пол мешочка на дыбле. Узел я показывал, который завязывал. А, может, его и нету. Дерг. Веревка отцепилась. Сейчас привязываем тычку, вставляем, привязываем там, чтобы не примерзло. Здесь натягиваем. И поедем на следующий омут. Так что всем пока. Встретимся на следующем омуте. Вот второй омут. Заканчиваем пробой лунок. Он побольше, но помельче. Глубины здесь поменьше. Тоже рыбки достаточно попадает. Но здесь, так как он большой, она не концентрирована. Тут надо ждать побольше. Мы протянем сеть. Я пойду проверю два капкана. Хотел сразу пойти, но боюсь без пешни по речке идти, потому что может быть проталины. А я без лыж по речке хочу пройти, чтобы проверить два капкана. Стоят не так далеко, метров по 200-250 отсюда. Вот такая вот лунка. Сейчас освободим на той луночке веревку и также будем вытягивать сеть, затягивать вот так вот. Ну вот, собираемся запускать сеть. Колян будет тянуть за шнурок, сеть будет уходить. Можно делать это одному. Соснинский йоган
граница Томской области и Тюменской. Эта сторона еще Томская, а та сторона Тюменская. Вроде так. Сейчас покажу узел, как вязать прогон. Вот наш прогон. Берем веревку, одеваем и накидываем два раза. И делаем петельку. И потом вы, когда уже снимать будете, дерг, и у вас это все развязывается. Очень удобно. Не всякие какие там бантики, не бантики. Все затянулось мертво. Дерните, и все развяжется. Все, когда мы потихонечку погнали. Рыба нас ждет. Скучает. Ох, я себя уже поймал. Ага. Так, Колян, посмотри, там видно только лунку, или меня тоже будет видно? Ну, по пояс тебе видно. Давай, не-не, чтобы меня тоже видно было. Вот так вот я буду, например. Давай пониже, Алексей. Еще ниже. Вот так. Ну, все, ладно. Подожди, отпусти. Сейчас вот. Нет, а... Здесь где-то цепляется. Давай. Ага. Вот. Покинем, лекарь. Стоп. Пошли. Пошли. Сбился. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот, все, все. Стоп, стоп, рвешь. Чувствуй, как рвешь, не рвешь. Все, что? Ничего, зацепилось? Угу. Опять. Стой, стой. Ну. Стало. Угу. Сейчас. Маленько разут. Давай. Обратно. Угу. Давай. Пути. Сейчас, сейчас, сейчас. Угу. Нихуя. Ух, давай. Подожди, может. Сейчас посмотрим, может там где-то зарезается. Надо разложить, чтобы она между собой не смерзлась, и отобрать хороших качественных ельцов. На жарку. Оставайтесь с нами. Стоп. Здесь побольше омут, почти вся сеть уходит. Тень высокая, на ночь не оставляем, чтоб не примерзла. А то бывает, и сеть разорвешь. Все. Поплавок показался, да?
Ну и все, маленько так отпускай ее туда и ложи веревку. Ну все, сеть вот чуть-чуть длинненькая, не входит. Пусть стоит. Я пока за капканчики проверю. Ну вот, господа, проверили пару капканов. Ничего нету. Сейчас приступаем к выборке сети. Сделаю более крупный план, чтобы видно, простояла она где-то минут 15, наверное. Так что смотрим, что добыли. А нету ничего. О, помаленьку пошло. Ох, какой чувак зачетный. Ох. Ох, елец. Да. Ну вот, добыли маленько. Все, теперь можно идти делать, жарить рыбу. Узелок дернули, веревка отстегнулась. Сеть вместе с рыбой в мешок. Будем в избушке рыбу разбирать. Что на морозе здесь стоять? Нечего, правильно. Замерзнуть всегда успеет. Рыбу мы заносим в избушку и тут разбираем, сеть маленько подсушиваем и вперед, чем там на морозе руки отмораживать. Так что вперед, ты вставай сюда, вот, а я здесь, и чик-чик-чик сейчас раскидаем. Сеть прям выложим, надо прям. Ельцов отберем на жареху попозже. Пока идут чебаки. Вот елец. Самый вкусный, ой-ой-ой-ой, самый вкусный обитатель местной речки — это елец. Он жирный, икриной. Вот парочка экземпляров. Вот, а чебаки, они соленые, только хорошо идут, жареные они не очень. Ну, пошли. Вот сейчас площадочку здесь зачистим и разложим рыбу. Надо разложить, чтобы она между собой не смерзлась, и отобрать хороших качественных ельцов. Ну вот, разложили рыбу, а самое главное, отобрали мы ельцов на жарку.